Ненадолго мы с вами прощались. А все почему, Маша? Столько энергии затратили в аквапарке, и я голодная. А когда я голодная, я злая. Это он все понял, я надеюсь. Окей, нам надо как-то поехать от этой покушать. Ребят, мы многое пробовали, но впервые едим пиццу. 60 сантиметров. Значит, стоит она 25 рублей вместо 50. Это пицца холостяк. И тут у нас томатная паста, ветчина, куриный рулет, карбонат, ход колбаски. Мы вот так решили зачилить на детской площадке. Здесь миленько, удобненько. И мы очень голодны, Валерий. Ну все, поехали. Вот это мужская ладонь. Это кусок пиццы. Ну давай, пробуй. Первый для тебя. Ну и тут приятные новости. Сырный борт. А я и не знал, что пицца бывает такой вкусной. Ты какой-то ассасин. Сыр в бортике безумно вкусный. Пицца реально очень большая. Поэтому Маша изобрела новый метод. Я не растерялась и сделала новый вид пиццурмы. Вот это написано. Пицца на Бату. Big City Life. Чуть-чуть, просто Big City. 35 рублей, 61. Первое, что мы заметили, это сосисочный борт. О, кто заметил? А, кто тут уже есть колбаски, мяско, помидорки, вижу сыр, конечно же, ветчинка, грибочки. Маша топчет второй. Я доедаю. Слушайте, ну, такой пиццы хватит, не знаю, на завтрак, обед и ужин. Мне на вечер. Съесть эти пиццы вдвоем невозможно. Повезем, я не знаю, куда, в офис, девочкам. Или домой. Кормите семью. Берите промокоды и удивляйте, и кушайте вкусно. Больше. Да.